Волинській. Господарювали тут турки. Кажуть, вони побудували фортецю, що вважається найпотужнішою в Європі. Захоплювався цими стінами сам Кутузов. Пушкін на її честь складав вірші. Але ніким так не пишаються в Білгород-Дністровському, як своїм земляком Василем Ломаченком. Вон этот желтый дом. Прямо за забором вон желтый дом. Там живет Вася Ломаченко. Об этом знают все в городе? Да. Все. В украинском городке Белгород-Днестровский этот дом – местная достопримечательность. Здесь живет олимпийский чемпион Василий Ломаченко. год. Олимпийские игры в Пекине. Финальный бой Василия Ломаченко с французом Хидафи Джилхиром завершился досрочно. 9-1. Абсолютная победа нашего боксера. Украина ликовала. Ура нашему чемпиону! Из Пекина Василия встречал весь город. Земляки закатили чемпиону настоящий пир. И жизнь Белгорода-Днестровского разделилась на до и после. До олимпийской победы Ломаченко этот городок был просто одним из древнейших в Европе. Ну а после стал ни много ни мало колыбелью олимпийского чемпиона. Вообще красавец, конечно, Василий Ломаченко. Мы его встречали всем городом ночью. Было очень приятно. Слов не хватает для того, чтобы все эти эмоции как бы передать. Дай Бог ему здоровья, сил победить всех своих соперников, чтобы он был молодец такой наш родненький, наш Василек. Боксерские перчатки пришли в Васину жизнь одновременно с соской. А спортивная карьера началась еще в материнской утробе, ведь его родители тренеры. Мама по акробатике, папа по боксу. Что он еще не ходил, а уже его приносили там на соревнования. Там я проводил соревнования, там жена приходила с ним, он сидел, смотрел. Потом уже, когда постарше стал, я уже с ним за ручку там приходили, он сидел сбоку, там смотрел, как ребята старшие боксируют. Так оно как-то естественный процесс вливания произошел. Ничего другого, как стать спортсменом, Васе, видимо, не оставалось. В 4 года он провел свой первый боксерский бой. В 6 научился подтягиваться больше 100 раз. Подвиги сына отец снимал на домашнюю видеокамеру. В этом бою объявляется боевая ничья. До лет 10-11 все время, если в городе проходили соревнования и боксировал я, у меня все время были ничьи. Толик довольно долго делал ничью Вася, хотя он и выигрывал. Он мотивировал, чтобы заранее не было, как бы, может быть, звездной болезни, чтобы он не привыкал выигрывать. На голову физически был выше всех. Боксировать со своим весом, ну, это просто было, мягко говоря, совсем серьезно, потому что он даже с теми, кто там тяжелее его, он боксировал практически одной рукой. Сын прекрасно играл в футбол, занимался греблей. Вдруг отец-тренер преподнес ему неожиданный сюрприз. Отдал Василия в танцы. Я ненавидел их, я вообще ненавижу танцы. Ну, то есть, ну, мне не нравятся танцы, но не люблю я. Это та самая танцевальная студия, в которой учился отбивать ГПК будущий король ринга. От этого он получал удовольствие. Что-то другое, может, ему было интереснее, когда он дома. Но когда он приходил на занятия, он был душой компании. Он делал все, что мы от него требовали, где-то даже солировал. Вот мы ходили на танцы, мы не любили их. Но мы ходили, танцевали. Почему? Потому что это ноги, это подвижность, это чувство ритма. Ломаченко-старший, заставляя сына танцевать, думал о будущем. Ну а юный боксер своим мучением нашел применение в настоящем. Поймав кураж, пускался в пляс на ринге, подражая легендарному Рою Джонсу.
сейчас я, например, смотрю эти бои, мне смешно. Я думаю, как так можно было таким клоуном быть? Раньше я подражал Рой Джонсу, а сейчас уже подражают мне. Тогда он мне очень нравился, но до него у меня кумиром был Майк Тайсон. И даже такая история была, где-то мне тоже было лет 7-8, и я узнал, что Тайсон, он вообще не украинец, и он вообще не наш. То есть, а я до этого времени все время думал, что он, ну, он украинец, он представляет именно честь страны нашей, что он вообще наш человек. Ну, а он говорит, да нет, он американец. Я говорю, нет, как это, он же наш. Нет, он американец. И я, ну, он говорит, что я тогда, типа, расстроился и плакал, что-то такое. Эти детские слезы видел только отец начинающего боксера. Слезы повзрослевшего Васи в 2007 году увидел весь мир. Чемпионат мира в Чикаго стал первым взрослым турниром Василия Ломаченко. Ему было 18. Он весил 53,5 килограмма и мог бы выступать в весовой категории до 54. Но решил выйти на ринг в более тяжелом весе. Легких путей этот парень не искал никогда. Наша задача была закрепиться в этом весе и завоевать лицензию. То есть цели не ставилось вообще, там, о медали какой-то. Он первый раз выехал, ну, практически юниором на серьезный такой мундиаль. Это папа не ставил задачу выиграть чемпионат мира, а я поставил себе. Для меня нету второго места. Если я еду на соревнования, для меня обязательно это только первое место. Финальный поединок свел украинского боксера с россиянином Альбертом Селимовым. Бой начался, и зрители стали замечать странную особенность. Судьи почему-то оценивали каждый удачный выпад Селимова и не обращали внимания на точное попадание Ломаченко. Победу присудили россиянину. Расстроен Васил, конечно. Вот они, эмоции большого спорта, друзья. Я с 6 лет занимаюсь боксом, 6 лет, с 6 лет я, в принципе, даже с 4 лет я выхожу в ринг, я ни разу не выходил с ринга побежденным. Одно дело, когда ты проигрываешь. Когда ты действительно проигрываешь, ты признаешь это. Я считаю, что я этот бой не проиграл. Эти мальчишки и девчонки учатся в школе, которую закончил Вася Ломаченко. Об олимпийском чемпионе здесь с восторгом рассказывают все. И ученики, и учителя. Он выходил в коридор, и с ним за руку здоровались 11-классники. Откуда они знали, что он боксом занимается, я не знаю. Но с ним все здоровались за руку, так, с уважением, по-мужски, по-настоящему. Как ни странно, занятия боксом способствовали не только авторитету среди сверстников, но и хорошей успеваемости школьника Ломаченко. Папа ставил мне ультиматум и ставил условие, что если ты не будешь хорошо учиться, ты не будешь заниматься боксом. Если ты не можешь, не тянешь учебу, то как ты сможешь тянуть большой спорт? Любой вид спорта, не только бокс, любой вид спорта на высоком уровне – это интеллект. Если ты, ну, грубо говоря, тупой, если ты не соображаешь, если ты не развит, то тебе нечего делать в большом спорте. Ну да, до уровня там мастера спорта ты дойдешь. А дальше это уже война интеллектов. Идеальный портрет ученика, грызущего гранит науки, разбавил естественными красками сам Вася, пройдя по местам боевой славы. В этом месте мы играли на деньги. Играли в копейки. И вот, вот здесь тоже. В общем, в школьном детстве будущего чемпиона было все как у обычных мальчишек, не желающих сидеть за первой партой. Нецензурные слова, там все. Ну как бороться? У нас был такой договор. Вась, ну вот где-то я услышал, и мне кто-то сказал, что ты там выражаешься неправильно. Будем русский язык изучать Пушкиным. Ну как это? Ну как? Вот заругался, значит, выбираем там первый том Александр Сергеевич Пушкин. Ну, стихотворение выбирай любое, учи. Будешь классику изучать. А мы без отдыха! Неординарный подход к тренировкам и воспитанию сына – фирменный стиль Ломаченко-старшего. Несколько лет назад он предложил сыну тренировать выносливость и волю к победе, переплывая лиман. И марафонский заплыв стал доброй традицией Василия перед каждым ответственным стартом. Ширина залива без малого 9 километров. Вы прошли полкилометра! Парни, вы так до середины дойдете! Однажды поучаствовать в марш-броске отважился Александр Усик, тяжеловес украинской сборной по боксу.
Он проплыл все 8,5 километров. Я как бы все не проплыл, потому что я уже, ну, реально, когда плыл, я чуть-чуть начал тонуть. Последние где-то 1,5-2 часа плыли, очень сильно хотелось есть. Ну, проголодались. Организм проделал настолько огромную работу, настолько он боролся с волной, и настолько он боролся с самим собой, со своим же организмом, что, ну, проголодался и затратились все силы. Он молчал, я тоже молчал, то есть, ну, вот красные глаза, усталость, то есть вот вообще ничего не хотелось делать, просто молча сидели и кушали. В любой точке земного шара есть точно такой же парень, который делает такую же работу. Вот кто сделал больше, тот и побеждает. Ты сегодня пожалел себя, ты сделал 10 раз, а он сделал 11. Завтра он сделал 12, ты сделал 11. Ты уже отстаешь на 2 раза. Лобачевка чемпион! Люкс! 3:25. Можно было быстрее. К Олимпийским играм в Пекине боксер Ломаченко готовился истово. Он поставил цель – стать на голову выше соперников, чтобы у судей не было шансов отнять у него победу. Кроме того, Василий жаждал реванша. На Олимпиаде он должен был встретиться со своим обидчиком – россиянином Селимовым, которому проиграл в Чикаго. Жребий свел боксеров в первом бою первого круга соревнований. Ну, это очень круто, что мы попались в первом бою. Почему? Потому что было бы это во втором или в третьем, ну, не дай бог, может быть, у него была бы травма, или у меня была бы травма, ну, или он бы кому-то проиграл раньше, или я раньше, то есть этого реванша не состоялось бы. Можно сказать, что в этой встрече и разыгралась судьба золотой олимпийской медали. Ломаченко начал поединок в присущей ему агрессивной манере. Селимов на это ответил идеальным передвижением по рингу и точными встречными ударами с дистанции. К середине второго раунда угрожающие 1-5 в пользу россиянина. Следующее свое очко Селимов заработает только в конце поединка. Дальше попадал только Ломаченко. К концу раунда уже 7-5 в его пользу. В следующем Вася играючи берет 6-0, не отказывая себе в удовольствии поиграть на публику. Реванш взят, Селимов разбит по всем статьям. Путь к олимпийскому золоту открыт. В следующих боях украинец сносит всех на своем пути. Легко проходит крепкого узбека Султонова, в четвертьфинале убирает китайца, перед финалом громит турка 10-1. Финальный олимпийский бой Ломаченко. Француз Джилхир агрессивно начинает, выигрывает очко. Вася принимает вызов и тут же отправляет соперника в нокдаун. 10 секунд на восстановление. Снова атака Ломаченко и снова нокдаун. Джилхир растерян и дезориентирован. Он опускает руки и принимает все удары на голову. Менее 2 минут понадобилось украинцу, чтобы воплотить в реальность мечту, к которой он шел 20 лет. Первое, что я сделал, я перекрестился, крикнул и потом прыгнул. Ну, это то, что я помню. Ну, а потом я просто кричал. Ну, просто я подошел в угол и кричал. Там папа меня обнял, Димыч обнял. Ну, и, ну, как, и пару, да, было даже пару слез таких радостей. Там есть пару фотографий, я видел, даже я флагом вытирал как бы лицо так. Ну, эмоции я не могу как бы особо так, чтобы описать словами, передать их. Ну, реально круто. Такое промелькает, что ты сделал, что ты там, сколько ты всего прошел, сколько ты проделал, и так быстро и легко закончить финальный бой. Ну. Когда сын родился, ну, как бы, я, ну, просто как задолженно это поняла, я родила сына. Не было слез радости, а вот когда Вася выиграл, то я плакала от счастья. Конечно, была большая радость и гордость за него, что он все-таки, ну, шел всю свою сознательную жизнь к этому, с детства, его мечта сбылась. И... В таких случаях, говорят, проснулся знаменитым. Телефон разрывался от поздравлений. В Борисполе триумфатора встречали высшие спортивные чины. Мировые специалисты бокса признали Ломаченко самым техничным боксером среди всех весовых категорий.
По этому поводу на вручении кубка Велла Баркера в Киеве собралась элита мирового и украинского спорта. А авторитетные академики спорта Национального олимпийского комитета единодушно отдали Василию звание лучшего спортсмена года. И пошло-поехало. Многочисленные интервью для газет, журналов, телевидения, приемы в честь побед на самом высоком уровне. Олимпийское золото, всеобщая любовь, 100 тысяч долларов от государства. Что еще нужно парню в 20 лет? В случае с Ломаченко – золото чемпионата мира, завоевать которое в истории независимой Украины не удавалось никому. В 2009 году поход за мировым золотом был проведен гроссмейстерски. Победы украинскому боксеру доставались легко и непринужденно. Его противники за бой не могли набрать больше 2 баллов. Разобравшись в финале с россиянином Сергеем Водопьяновым 12-1, Василий покоряет для Украины неизведанную доселе вершину и собирает в своей коллекции все высшие награды любительского бокса. Я когда Милан отбоксировал в финал, мы пришли в раздевалку, я так сел, у меня такая улыбка была, знаете, натянутая очень сильно. Ну, от того, что я действительно был доволен всем. Что я действительно собрал все практически. Ну, не практически, а я все собрал. Я папе говорю, ну все, ну что теперь дальше? Я говорю, давай, я хочу в профессионалы, пошли. Если мы, допустим, выходили в любительском боксе с ружьем, тогда надо идти с гранатометом. То есть надо быть в 10 раз сильнее, заезжать и просто громить. Приняли решение, что вот пока он не сформируется, человек формируется до 25 лет, то будем набираться мастерства, опыта в любительском боксе. С аргументами Ломаченко-старшего самый титулованный боксер Украины в очередной раз согласился. А в знак любви и уважения к отцу-тренеру на теле Василия появилась вот эта татуировка. Этот человек для меня, наверное, и есть. Ну, кумир, наверное, идеал, который дал мне то, что у меня сегодня есть. Личная жизнь Ломаченко долгое время находилась за железным занавесом, им же самим и выстроенным. Но возрастающая популярность боксера усиливала журналистское любопытство. И вот, наконец, занавес пал. Знакомьтесь, Елена Ломаченко – любимая жена чемпиона. Я приходил к маме на батуте прыгать в зал акробатики. Ну и такая серая мышка вообще была, я не знаю даже. Но я бы никогда не обратил бы внимания на нее. А потом, знаете, гадкий утенок перерос в лебедя. Они знают друг друга с 10 лет. Лена занималась акробатикой у мамы Василия. И она еще была любимой моей ученицей. У меня таких, как она, открытых не было. Молодая акробатка подавала большие надежды. И однажды в родной город Лена вернулась с серебряной медалью чемпионата Европы среди юниоров. В то время Василий о подобных наградах мог только мечтать. Между молодыми спортсменами вспыхнула война. Он думал, что он единственный спортсмен в городе такой. А тут еще Лена появилась, да уже и призерка Европы. Вот. А Лена немножко так сразу нос задрала. Вторыми они стали. И все, она немного так подзлетела, поймалась. Ну, а он на чемпионат Европы должен был ехать через пару месяцев. То есть его это задело. Причем тут меня задело? Меня задело, что ты стала второй на чемпионате Европы? Нет, тебя задело мое поведение. Ну, меня задело твое поведение, потому что меня папа всегда воспитывал, и, как бы, что нужно вести себя скромно. Спортсмен должен быть скромным. 2 года Вася и Лена даже не здоровались друг с другом. Но оказалось, что в любви спортивное соперничество неуместно. Победила любовь. Как Вася сделала предложение? Вообще-то я его сделала. Да говори, как есть, что ты он. Ну, я же не помню. Ну, как бы, мы заказали мне кольцо обручальное. Ну, и когда мы забрали его у ювелира, я его принесла и говорю, ну, давай, делай мне предложение. Дала ему руку, он мне его одел. Недавно у Лены и Васи родился сын. Назвали в честь деда Толиком. А вот пышного свадебного торжества у читы Ломаченко
так до сих пор и не случилось. Просто позже, потому что, ну, сейчас соревнования, но не до этого пока. Но пышная свадьба будет. Я не знаю, да? Будет, да. Но она хочет, я не хочу. Да, будет. Каждая девочка мечтает одеть белое платье, фату, арку, дорожку, скамеечку, чтобы все были гости, все, я не знаю, родственники, знакомые. Ну и Толюшка сзади будет идти нести мамину фату. Это же так прекрасно. Есть у молодой супружеской пары и общая мечта. И хочу построить дом уже наконец-таки. Наверное, минимум на троих, на четырех детей. Вась! Че ты, на хоккейной команде должна быть или нет? Учитывая, что Василий слов на ветер не бросает, хоккейная команда – дело времени. Играю с детства, и если бы у нас в городе был каток, занимался бы хоккеем, а не боксом. Самая быстрая игра – не единственное увлечение боксера. Как и большинство мужчин, Вася не остается равнодушным и к спортивным машинам. У него, например, под капотом 400 лошадей. Правда, в последнее время он все чаще довольствуется одной. Лафет, давай, хорошо, ты не будешь выпендриваться, мы с тобой сейчас спокойненько оденем все, чтобы я не применял силу, потому что ты же меня знаешь. Я же, если что, сразу два боковых и будешь спать, понял? Я пошутил. Даже в этом хобби Вася совмещает приятное с полезным. Такое времяпровождение Ломаченко записывает себе как еще одну тренировку. Ведь когда скачешь на лошади, работают все группы мышц. Из таких, казалось бы, мелочей и складывается портрет победителя. К нему притягивает как магнитом. На него хочется быть похожим. И это стремление приводит к результату. Так произошло и в сборной Украины. На чемпионате мира 2011 года еще трое украинских боксеров Тарас Шелестюк, Евгений Хитров и Александр Усик стали чемпионами. А Денис Беринчик завоевал серебряную медаль. Вот как в поезде есть тягач, который тянет весь состав за собой. Это Вася, это, наверное, такой человек. Ну, как у нас в сборной говорят, Вася – это Вася. Вот. Такого, как он, еще не было в сборной Украины. Вася стал первым чемпионом мира в независимой Украине и показал, что мы можем побеждать. Да, и в первую очередь побеждать себя. Два противника жаждут победы, но побеждает один. Преодолевая трудности, человек показывает, кто он на самом деле. И тогда сила одного может покорить души миллионов других.